последних играх спартаковцы действуют уверенно, солидно, а главное стабильно. Все линии взаимосвязаны, и каждый футболист знает свой маневр. Отсюда впечатление четко налаженной машины, в действие которой логично вплетаются и чисто спартаковские импровизации. И в этом матче душой «Спартака» был Федор Черенков. В каждом из таймов было забито по мячу. В первом случае была красивая многоходовая комбинация, и после ошибки защитника «Локомотива» Радченко открыл счет. Многие считают, что основное оружие спартаковцев – четкие, доведенные до автоматизма действия на коротке. Однако мы не раз видели, как «Спартак» начинал свою атаку от своих ворот и, меняя направление, привлекал к поискам идеального места прорыва обороны соперника целую группу футболистов. И второй гол был рожден после интересной комбинации и отменного удара Черенкова. В трудной ситуации двоевластия в турнирной таблице «Спартак» чувствует себя уверенно и спокойно. 2-0.